Собственно говоря, всем привет, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезертир. И, как вы уже могли слышать, капитан у руля. Поэтому поехали. Поехали, поплыли. Побежали, полетели. Вперед к новым приключениям. А в этой серии я буду уже изучать другое место, а именно вот это. Мне оно неизвестно, что там находится, я не знаю. Ну и посмотрим. Посмотрим, насколько это будет интересно. За нами идет охотник на пиратов. Но я думаю, что на нашей полной скорости навряд ли он нас догонит. По тем или иным причинам, но его корабль слабее. Так, сохранение. Запретная зона. Впереди нас ткани сахар. И реалы. В принципе, можно было бы... В принципе, даже нужно. Линейный корабль, сэр! Это испанцы! Мартира, Кэллой! Вот ждем приказа, сэр! Спешим, как мог! Они открылись, сэр! Вдарьте-ка по ним, сэр! Попали прямо в лес! Держитесь подальше от их пушек! Залп! Пли! Там у него уязвимое место, сэр! Пли! Они уязвимы здесь! Надо бить! Пли! Рифи, Марселя и Брамселя! Итак, нам надо еще... Пли! Хороший залп нам поможет! Залп! Капитан, у них мартиры! Пли! Подходящая дистанция! Пли! К бою готов! Залп! Только один вопрос, а почему я не вижу здоровья этого корабля? Попались! Спустить бомб Брамселя и Марселя! Нагитовые! Так, разворачиваем корабль. Пли! И... Пли! Там у него уязвимое место, сэр! Залп! Готовы бить, сэр! Пли! Они открылись! Вдарьте-ка по ним, сэр! К бою готов, сэр! Так. Руки, по ветру! Вообще надо понять, каким макаром нам получше бы обойти. Нас задели! Врагам идет подмога, капитан! Да, вот это, конечно, хуже. Но так как они идут на врага... Бейте-ка в них залп, капитан! Для нас это плюс. Готовы, залп! Ударим по ним здесь, Кэп! И в щепки! Итак, взяли немножко рома, сахара с другого корабля. И снова к бою открылись! Пока не обращаем внимания на охотника, потому что он слабее, нежели этот корабль. Готовы стрелять! Уязвимое место, сэр! Сам виноват, логично. Посадите-ка в них залп, капитан! Так, добиваем охотника, он нам ни к чему, в принципе. Ну а вот Эзи, ребята, вот это уже интересней. Я не хочу получать с них половину добычи, я хочу получить с них все. Леди! Ну-ка, поцелуемся! Поцелуемся, говоришь? Собственно, Эдвард захотел поцеловаться с тем кораблем, но почему-то с ним не поцеловался. Видимо, вот такой вот в этом какой-то смысл есть. Ну ладно, не важно для нас. Совсем не важно для нас, какой там есть смысл. Я все пытаюсь попасть по этому придурку к капитану или кому-то там, кого нам надо убить. Нифига у меня это не получается. Итак, давайте заберемся на самый верх нашего корабля. Мы видим то, что... Оба корабля сошлись. Не бывать мундиром на борту! А! И мы можем таким образом перейти на их корабль. Что есть некий плюс. Так как, зайдя на их корабль, мы можем сразу перейти к уничтожению нехороших и неугодных нам людей. Стараться это сделать... Стараться это сделать не выкид ДВБ, идиот. Доступит сюда, умрет. Вот. Доступит сюда, умрет. Куда? Придурок Кэнуэй. Ладно. Давайте заново переместимся в самый низ корабля. И будем уже убивать этих негодяев.
одного за другим. Я сказал одного за другим. Пока нам это более или менее удается, я думаю, все будет вполне плохо. Капитана здесь убивать не надо, но вот он стоит, и капитан. Тем временем мы его и убили. Не бывать мундиров на борту! Этого мы вообще и забьем. Так, а вот, кстати, что интересно, это можем ли... Так, ребят, вы меня сейчас отвлекаете, честно. Это, прости, чувак. Я, конечно, убил своего. Но зато... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чё ты меня атакуешь все время, а? Так, давайте идем дальше. Проходим по этим трупам. А, здесь офицеров надо убивать, да, в чем дело. А вот, мы их убили. И запасы пороха. Я думаю, мы вполне сейчас их уничтожим. Как-то так. Надеюсь, за это время меня никто не... Да, меня никто не успел атаковать, и мы захватили этот корабль. Все быстро, отлично и весело. В принципе, в ближайшее время, если не будет миссий, будет все повторяться вот так вот. То есть мы захватываем корабль, захватываем с него какой-то груз, все это круто. Все продолжается, продолжается, продолжается. Чиним нашу галку. И... Мы их ударим гротом! Спустить паруса, ловим ветер! Так, все наверх, нам все надо давай! Развернуться. Собрать... Живо, живо, живо! Поймать ветер! Все грузы, которые там. Седлаем ветер! Было их 4, осталось 4. Собирать их, видимо, будет удобнее всего, если я зайду отсюда. Чтоб каждый парус... Столкновение! Рифы на глотах! Поднять брамсели! Теперь разворачиваемся в эту сторону. И забираем последний груз. Отлично, теперь мы можем подправиться к этому острову. И посмотреть, что же там интересного. Мы идем прямо на утес. Спустить брамселя и бомб брамселя. Убрать, убрать, скорее. Итак, что мы, собственно, можем здесь сделать? А сделать можем здесь примерно следующее. Это найти таверну, точки обзора, контракты. Но самое главное, что мы здесь можем сделать, правильно набрать кучу всякой полезной хренотени. Вот, например, вот прямо здесь мы видим то, что есть собака. Я думал, волк. Я думал, что это волк. Похоже, в принципе, в целом. Но на собаку вот действительно это даже больше. Вот это трофей, и что-то какая-то гора, и... Окей. Это интересно, надо потом туда куда-нибудь сходить. Надо исчезнуть, а? Конечно, надо. Так, заодно подойдем, посмотрим, что у нас для корабля. Есть ли у нас что-нибудь интересное? Купить, улучшение галки. Мощность тарана нам на самом деле пока не нужна. Мортирные ядра. Мощность, конечно, я посмотрел, крутая. Но я не буду, наверное, их использовать. Почти. Отсек для мортирных ядер. Снаряжение, отсек для экипажа. У нас последний там чуть-чуть не хватает, наверное.
Окей. Отсек гарпунов, а вот условия чертеж гарпунов особый. Давайте на всякий случай... Хотя... Мне, конечно, хочется на корпус накопить вот этот максимальный. Он самый хороший будет. Поэтому... Si me necesita, estaré por aquí. Вообще, кто такие, ребят? Я просто что спрашиваю, я не понимаю вообще, вот такие. Так. Ладно, нам нужно... Ну, в любом случае, они как бы на меня набросились. В каком-то смысле. База данных вот там вот появилась. Новая личность. Я успел увидеть еще один сундук только что. Нам, видимо, на самый-самый верх. Иногда Эдвард почему-то не хочет залезать на некоторые уступы. Упорно не хочет залезать, причем. Ну, мы осмотримся. Все отображается. Быстрое перемещение разблокировано. Теперь можем переместиться на этот остров при желании, по идее. Как украсть. А вот, кстати, зайцы нам нужны. Вот я так понимаю, что да, вот зайцы. И зайцы нам, скорее всего, кстати, нужны. Только... А для чего именно они нам нужны? Сумка для бомб. В принципе, давайте просто так добудем два зайца. Я думаю, это будет не с той большой проблемой в их добыче. Вообще постараться добыть как можно больше различных животных. Так, ладно. Фиг с ними, с животными. Мне еще помимо надо зачистить этот остров. Чтобы здесь не было нужных к поиску вещей. Прости, пройти, прости, зайчиш. Не хотел тебя убивать, но ты мне был нужен. Зайчишка. Смотрим, собственно говоря, что у нас еще там за письмецо спрятано в еще одной бутылочке с посланием. И что же мы там узнаем? Узнаем мы там примерно следующее. Письмо 10. Хорошее место. Очутившись на Ямайке, я прогнал прочь праздные мысли и фантазии и занялся поисками места. Рекомендательное письмо моего наставника, мастера Девенпорта, способствовало успеху, и уже спустя 2 недели я уговорился о встрече с посредником достопочтенного мистера Питера Бекфорда, известного во всей Вест-Индии своими благородством и мудростью. Последний отличался и его посредник, каковой сразу предложил мне место и 2 дня спустя я начал оснащать бараки рабов крепкими деревьями, дверьми точнее, и прочными крышками. Крышами. Что моего собственного... Видимо, что до моего собственного жилья, оно к моей великой радости было прекрасным. Из целых 3 окон 2 выходили на тростниковые поля. Стоило их открыть, и легкий бриз наполнял мои покои свежим запахом моря и тихим звуком отдаленного прибоя. До меня доносилось еще духовые песнопения негров, занятых тяжким трудом на плантациях, да, место было весьма славное, ежели не считать терзавшего меня страха перед желтой лихорадкой и прочими недугами.
Нередко настигавшими тех, кто только прибыл в те края, в первые полгода мое пребывание там я видел смерть от разнообразных болезней целых 17 мужчин и женщин. Казалось бы, будто каждый мой успех сопровождают 2 или 3 возможных опасности. Как потом показало время, это, увы, и впрямь было так. Вот такая еще одна история нашего веселого человека. Посмотрим, что здесь интересного есть. Ну что вы все время меня обливаете? Да ты охренел? Ушел вон отсюда. Охренели вообще. Итак. Поговорим же все-таки с барменом. Un hombre de mi posición se entera de ciertas cosas. Что-то он нам интересное сказал. Что вот тут вот спрятан труп. Круто. То есть сами мы этого узнать, ну, никак не могли. Ну ладно. Так, у нас есть, кстати, довольно немало денег. Это в каком-то смысле плюс, нежели минус. Также есть возможность поиграть, но играть я не хочу, мне это не очень понравилось сейчас. Капитан Кенуэй, как жизнь? Да, я думаю, в принципе, хорошо жизнь, дружище. Заполнить за 200 полностью экипаж восстановить, я думаю, это будет вполне себе хорошо. 30 человек, то бишь у меня экипажа. Как же нам подняться наверх, подумал я, и тут же нашел способ туда забраться. Вот так вот это все и делается. Фрагменты полностью собраны. Зайцы полностью убиты. И мне осталось вот эти 2 сундука плюс 1 убийство. Убийство я выполнять, наверное, не буду, а вот 2 сундука возьму обязательно. Собственно говоря, я буду так, скорее всего, в ближайшее время то миссию, то какую-нибудь еще фигню делать. Набирать денежки. Хотя посмотрим, на самом деле, где находится данный контракт. Капитан пиратов, предавший своих товарищей, хочет занять форт Чинароре. Не дайте ему это сделать. То есть, короче говоря, убить этого негодяя. И знаете, я, наверное, сделаю это. Потому что нельзя быть таким негодяем. Тем более он находится относительно близко от нас. Но проблема в том, то, что у нас этот форт не захвачен. Так, стоп, а почему 3 сундука? Я ж вроде... Оу, какой далекий там сундук-то, а? Вон у нас как далеко. Ну. Давай, плыви, Эдвард. Плыви, мужик. Вот, отлично. Мы собрали здесь абсолютно все сундуки. И осталось дойти до вот этой лодки и попробовать вынести все-таки тот форт, хотя я догадываюсь, что это будет очень сложно для меня. Впрочем, корабли вот те, если вы помните, да, то есть большие галеоны, они, по идее, тоже должны разрушаться, но... Ну, мягко говоря, сложно. Но я же, тем не менее, все это разрушаю и более-менее нормально. Мне интересно, есть ли что-нибудь вот тут. Давайте быстро сплаваем. Если там ничего нет, вернемся назад и
все будет отлично. Итак. Как знал, друзья мои, как знал. Поймаем ветер! Ну, отпускай ты уже штурвал. Итак, мы сейчас будем пробовать добираться. Это будет больно. Нет? Это не было больно. Вот, ну, в общем, как знал, в принципе, все, фрагмент взял, больше здесь, насколько я понимаю, черта нету. Хотя, кто знает, может, здесь на самом деле что-то и есть. Впрочем, это уже не важно. На данный момент мы возвращаемся обратно на корабль. И после этого сейчас пойдем на довольно самоубийственную миссию по уничтожению форта. Я не знаю, что там меня ждет, насколько он сложный. Я еще на третий форт не нападал. Поэтому роты, атак, мне вперед! Довольно сложно судить, что там будет. Возможно, там будет куча кораблей еще помимо, поэтому сложность увеличится. Паруса отдать! Круче! Я постараюсь в первую очередь расправиться с фортом. Все паруса! Потому что форт по мне опасен. Так, пока плывем, вроде бы нормально. Смотрю, что-то здесь грузы появились, вроде их не было. Убавить паруса от бури! Странно, не правда ли? На фоке. Все паруса! Отдать Марселе и бомб Рамселе! Не очень-то много в этих грузах чего-либо есть. Нагитовы! Но тем не менее, почему бы не взять халявный груз, правильно? Украсть. Наполни каждый дюйм! Ловим ветер! Сколько есть? Справа! Тут плавает чей-то груз, капитан! Это хорошо. На убийственное задание само по себе я пока не пойду. Пойду только на уничтожение форта. Сэр, плохо дело! Промсахар. Обрасопить рей к ветру! Работаем, черти! Отдать все, вперед! Оба-на. Давай, красотка, расправь крылья! Вот оно в чем дело. Есть вероятность, что я наткнусь на несколько вот таких кораблей, и тогда мне станет очень больно. И мне почему-то кажется, что вот тут вот их будет намного больше. Ладно, давайте попробуем его обойти с другой стороны. Тем более, вот там у нас вообще военные действия ведутся. Топили корабль. Видимо, это испанский... скажем так... защитный этот, как он называется. Испанский защитный форт. Сейчас попробуем его захватить, я не знаю, получится это у меня или нет, 700 метров. Последний чистит днище! Смотри, что делаешь! Итак. Подходим к форту, капитан! Да я уже догадался, друг мой. Здесь нужно уничтожить всего-то ничего. А, вот эти ядра бесполезны. Только скажите, как? Сау! Держите штурвал, сэр! Бли! А вот и сложность. Они уязвимы здесь! У них надо три! Бли! Готовы, сэр! Подходящая дистанция! Бли!
Бли! Хороший залп нам поможет! Бли! Так, на самом деле я стою в более-менее таком интересном месте. Бли! Они уязвимы здесь, надо бить! Спустить паруса! Но они меня довольно сильно обстреливают. Я думаю, вы это видите. И проблема в том, что там все-таки еще решил выйти еще один корабль за нами. Итак, в данный момент я почти разбил форт, поэтому я могу переключиться ненадолго на этот фрегат или как его можно еще назвать. Уходите из-под обстрела! Подходящая дистанция! Залп! Готов к бою, сэр! Спустить все, кроме но нам еще надо не забывать о проблеме с самим фортом. Бли! Заряжаем! Бли! Они уязвимы здесь, надо бить! Убавь парусо! У них много пушек, отходим! Бли! Пушка готова! Бли! Так, вроде бы большинство ядер уходит прямо в корабль, но почему-то он от нас улепетывает. Так, а тем временем я смотрю сзади нас еще один кораблик, и мне это совсем не улыбается. Так. Что мы можем сделать? Можем обойти еще раз форт. Попасть под обстрел. Плотник быстро не справится. Это хреново. Значит, нам все-таки придется захватывать вот тот вот корабль. И на защиту форта смотрите, сколько пришло всего. Смотрите, как много пришло на защиту форта. Мортирами издали. Еще враги! Блин! Еще удары! Нам кранты! Корабль считает, что да, не надо... стреляет от себя! Надо как-то поаккуратнее блин! Постараться. Туда! Это и забьет! Залп! Надо быстрее уходить из зоны обстрела и переключаться на абордаж, пытаться починить этим корабль. Нас, насколько я знаю, вот в таком виде убить не могут, пока мы абордаж производим. Почините корабль, мы вполне за это время сможем. Так, нам осталось уничтожить всего одну грёбаную пушку. Да без проблем, забирай себе этого красавчика. Так, надо быть поаккуратнее, потому что вот там вот сверху есть один злостный человек. Я его только что видел, но где-то здесь он был, по крайней мере. Стараться не потерять свое собственное здоровье. Да, именно вот этого толстячка. Нет, про вот этого все-таки, видимо, я говорил. Прикрылся своим экипажем немножко. И последний из них добит. Что мы делаем сейчас? Мы быстро чиним галку, разворачиваемся, начинаем атаковать корабли и пытаться добить этот форт. В первую очередь добить форт. Это самое важное. Итак, починить галку. Проблема в том, что сейчас нас корабль этот прикрывать не будет, но у нас половина здоровья восстановлена. И это большой плюс. Залп! Стоп! Так, я вышел из этого места. Блин! Вон слабое место! Блин! Гэп, стреляйте вон туда! Но... Блин! Стреляйте прямо туда! Готов. Отлично. Молния ударила по этому кораблю. Тем временем мы можем спрятаться от форта. Держись крепче, будет туда! Теперь мы трупы! Спрятаться от форта. И быстро пойти на абордаж, заодно взять с этого корабля что-нибудь полезное. Просто постреляем в ту сторону. Не метко, просто так вообще на бум. Убили двоих, отлично. Это вполне себе неплохо. Не идеально, но неплохо. Ребята пытаются там перерубить канаты.
естественно, у них это не получается. Кто тот красавчик мой, парни? Эй, сладкий! Не бывать мундиром на борту! Вот, наши ребята говорят, не бывать мундиром на борту и все такое. Сражайтесь, золушка! Почему я не могу обыскать этих ребят? Конечно, напрягает этот момент. Вот. Опять мы это все сделали. Это такая страшная миссия будет в каком-то смысле. Но я пока живой. То есть, да, форт было довольно сложно раздолбать. Но с большой вероятностью у меня сейчас 3 здоровья, и я просто его в щепки разнесу, скорее всего. Он мне даже не успеет снести одну из полосок. Приготовиться! Вот, но единственная проблема тут сейчас в том, что у нас идет шторм. Меньше ход! Шторм, мы не можем ускоряться. А нет, можем. Сейчас будет больно. Вот, пронесло. Надо сбить эти башни, Кэп! Нас стреляют! Так, давайте попробуем сбить эту башню грёбаную. Похоже, фрик уклоняется! Все, мы добили этот грёбаный форт. Что, хороша водичка? Теперь нас сбоку сейчас будет атаковать еще другой корабль. Так, посмотрим. Кажется, один. В принципе, не такой сильный противник. Мы можем его вырубить. Ничего страшного в этом не будет. Батым и дорога! Теперь наша задача причалить уже сюда. Убавляй от ветра! Рифы! Рифы, брат, срочно! Поймать ветер! Паруса отдать к ветру! Образцов и в некотором ветру! Смысле это будет счастливое. Грот и по ветру! Окончание захвата форта. Подождем пока. Причалим, потому что я не хочу плыть, это слишком долго по мне. Ну, видимо, ближе мы не причалим. Так, там еще можно цель опознать. Ох, как там вынесло это все сейчас только что. Так, и так, и так, и так. Что нам надо сделать? Там сверху есть человечек, которого мы можем убить. На данный момент он нас как бы видит, но как бы не видит. Ладно, я не буду ждать, пока полная синхронизация будет доступна. Тихо, тихо, танчик. Так, вот с этими ребятами у меня обычно бывают проблемы. Вот их я больше всего не люблю. Надо как-то с ними все это дело решать. Вообще поднимаем оружие. Так, давайте попробуем убить вон ту. Цель. Граната ба! Что за граната ба, непонятно. Ой-ой-ой, как я сам напоролся-то, а? Ну ладно, зато этот чувак уже. Итак, наша задача убить вот этого чувака. Убить его, насколько я понимаю, не так просто. И все? Я думал, там будет, не знаю, какое-нибудь сражение там. Какое-нибудь типичное сражение там будет, не знаю. А тут раз и все. Так, 2 сундука. Ну и как раз примерно в той стороне у нас идет цель. Все рядом, все близко.
Видимо, я куда-то не туда немножко забрался. Впрочем, все это дело не так уж сильно и важно. Так, не понял. Неужели все это добро? Ауч. Espera un momento. Cojadlo. Так, а где моя цель? Только что же она... Да стой ты, ё-моё, паренёк. Где моя цель? Вот моя цель. Я идиота, а ты-то кто? Так, помним, что этих капитанов нельзя просто так убить. Надо пробивать защиту. Успею? Ну, успел, да, сбил. Сбил прицеливание его. Так. Ну чё, отлично. Да стоит и хватит забегать, ё-моё. Отлично, идем убивать главу форта. Все-таки я их обыскивать не могу. Меня вот это вот раздражает. А не, взять боеприпасы. Вот, все-таки можно. Потому что пули... Да, вот именно это добро мне и нужно. Прости, чувак, я знаю, что ты сдался, но мне нужны пули. Почему я опять не могу? Ладно, вас нафиг. А вот это интересный момент, да, то есть то, что есть вероятность, что мы вот сюда даже не попадем. Ну, решим убить и все. Ладно, убьем его по-читерски сзади. Мы захватили третий форт, в смысле, ну, по сложности. Ребят, неужели это не круто? Но это было жестко. Это было жестко, реально жестко. Всем пока, мои дорогие друзья. И удачи, в следующих сериях будет интересней.